Да-да-да. Дружно они живут. Ду-да-да. Знаешь, как их зовут? Ду-да-да-да. Много приключений разных вместе они найдут. Да! Ждать чудеса. Ду-да-да-да. Скоро увидишь сам. Ду-да-да-да. Прыгай в наш фургон волшебный, мчимся к облакам. Да! Это Дуда. Это Дада. И проказник Скотт. Умный Фейбер, болтушка Бабл. Вместе они повсюду. Дружно они живут. Ду-да-да-да. Знаешь, как их зовут. Ду-да-да-да. И много приключений разных вместе они найдут. Да! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ду-да-да-да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ду-да-да-да. Ла-л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 а. Да! Загадай желание. Сегодня в неизведанном лесу появится новый друг. Привет! Привет! Сердце так стучит. Тук-тук. Ой, тук-тук. Кейбер! Это я! Ани, что привело тебя сюда? Я путешествую по неизведанному лесу. Я только что с головокрушительного утеса. Ого, ты точно любишь приключения, Ани. Да-да, это моя кузина Анни. Привет, меня зовут Дада. Привет. Ого, а это, наверное, Пинкар. Какой он чудесный. Правда? Дуда, Бабл, идите сюда. Я? Я слышала, Пинкар трансформируется. Да, хочешь посмотреть? Невероятно! Браво! А Пинкар умеет исполнять желания? Нет, не умеет. Как жаль. За границей я видела волшебную лампу, которая исполняет желания. О, у меня есть такая. А? У тебя есть волшебная лампа? Ну, да, даже кое-что получше. Что-то еще лучше. Ты серьезно? О, нет ее у тебя! А вот и есть! Покажи мне, покажи! Давай посмотрим, давай! О, нет! Что же я наделал? У меня же ничего нет! Может, Скотт мне поможет? Я покажу! Подождите здесь, я скоро вернусь! Та-да! Встречайте волшебный ящик! Волшебный ящик! Итак, фокус-покус, исчезни! Та-дам! Поражены? Чем? Ничего не произошло! Какие вы невнимательные! Посмотрите, ваши кепки поменялись местами! Но ты и врунишка! Это просто обычный ящик! Мы хотим настоящую магию! Покажи нам волшебство! Сейчас я вам покажу! Скотт, невероятно! Ящик движется сам по себе! И правда! Теперь вы верите, что Скотт настоящий волшебник? Стой, стой, стой! Ты куда? Ну я же не делаю ничего волшебного. Смотрите, это же Дуда. А ну постой! Как ты посмел взять мой волшебный ящик? Дуда, а ну вернись! Тебе понравится. Там волшебный ящик! Он появился сам по себе возле горячих источников! Ой, волшебный ящик! Я хочу посмотреть! Хочу посмотреть! Давайте все пойдем к горячему источнику! Поехали! Похоже на обычный ящик.
А, нужно срочно что-то сказать. Я волшебный ящик, загадайте желание. Желание? Ух ты, этот ящик действительно может исполнять желание. Загадайте желание. Не может быть, ладно, малина, принеси мне малины. Малины? Тогда мне нужно попасть на головокружительный утес. Это займет целую вечность. Эй, алло, дай мне малину. Пожалуйста, подождите немного. Желанию на каждого. Только одно? Я бы пожелала что-нибудь другое, если бы знала. Загадайте желание. Я хочу увидеть жука-носорога с огромным рогом. Ого, жука-носорога? О нет, что же мне делать? Жуки-носороги такие страшные. Обязательно жук-носорог, да? Да. Твое желание, приказ. Жди здесь. Желание сбылось. Жук-носорог с огромным рогом. Ага, ящик и правда исполняет желание. Ты увидел жука-носорога. Что? Кейбер может только посмотреть, он не может его забрать. Кейбер же сказал, что хочет увидеть его. Все верно. Нужно было сказать, что я хочу получить его. Можно теперь я загадаю желание? Я хочу что-нибудь, чего не встретишь в реальной жизни. Есть хочется. Но я не желала малину. Мое желание было... Ты сказала, есть хочется. Нет, это не было моим желанием. Я хотела пожелать путешествия на Луну. Минутку. Ты получила малину. Но я ее не желала. А теперь ты загадай желание. Теперь моя очередь. Но я бы хотела получить облако. Белое пушистое облачко, очень большое. Облако, как же достать облако с неба? Если ты действительно волшебный, то легко сможешь это сделать, верно? Ничего себе! Похоже на след Дуды! Это все-таки не волшебный ящик, это Дуда! Ну, а что насчет облака? На сегодня больше никаких желаний! Приходите завтра! А как же Луна? А как же мое печенье? И мой жук-носорог! Так вот ты где? А ну стой! Верни мне мой ящик! Ничего себе, до облаков не дотянуться. А я так хочу поймать облако для нее. Аня расстроится. Хотел бы я, чтобы у меня был настоящий волшебный ящик. Я дарю тебе желание. Эй, это настоящий волшебный ящик? Загадай желание. О, как странно, сердце снова стучит. Я волшебный ящик, загадай желание. Я хочу принести Ане большое белое пушистое облако, но ничего не выходит. Он правда пытается поймать облако для меня. Но настоящее желание Ане подружиться с Дудой. Правда? Честно-пречестно? Ура! Руки, Аня, это ты? Ой, это секрет. Этот ящик – отличная идея, Дуда! Скоро увидимся! Хорошо! Пока! Береги себя! Дуда, оставайся на месте! На этот раз ты получишь! Ну я же здесь! Аня, надеюсь, мы скоро увидимся! Дуда всегда заботится о своих друзьях. Он такой добрый, Аня точно захочет с ним дружить. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Вот над землей летит волшебный фургон.
Где его ждать, где приземлится он? Много еще открытий ждет впереди. Новых мы друзей сумеем найти. Пускай иногда не везет, мы продолжим свой полет. Нас не пугают неприятности эти. Мы не отступаем, мы идем вперед. Идем вперед! Вот над землей летит волшебный фургон. Как обычно, Скотт пытается придумать, как забрать пинкар. О, пинкар такой красивый! Никого нет? Вот и мой шанс забрать пинкар. Дуда идет. Одну минутку. Уверен, Дуда испугается, когда увидит меня. Скотт! Привет, Скотт! Это я, Дуда! Что это было? Забавный звук! Ты напугал меня! Здорово! Ничего хорошего в икоте! Дай-ка я его разыграю! Не у всех! Может быть, икота, знаешь ли? Икота? Я тоже такую хочу! Я тоже хочу! Ничего не выйдет. Все возвращаются. Ну вот, план провалился. Опять пинкар ушел от меня. Пока, Дуда! Куда, Скотт? Ты должен сказать мне, как получить икоту. Ой, это не то. Снова не так. Дуда, ты сейчас икнул? Нет, я просто притворялся. О, это хорошо. Если бы у тебя и правда была икота, это было бы плохо. Почему? Я слышала, если не избавиться от икоты до заката... Если не избавиться до заката... Тогда ты будешь икать вечно. Ого, я что, буду икать вечно? Ничего себе, надо рассказать об этом Скотту. Правда? Что? Ну, то, что если не избавиться от икоты до заката, то тогда будешь икать вечно. Правда? Кто тебе это сказал? Икота такая опасная? Ты это сказала, Бабл, и уже забыла. Это неправда. Обычно икота проходит сама. Бабл что-то перепутала. Почему икота никак не проходит? Скотт! 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 Дуда, ты пришел послушать, как я икаю? Скотт, а ты знал, что если не перестать икать до заката, то тогда... Если не перестать икать? Тогда ты будешь икать вечно! Правда? Что ты сказал? Если я не перестану икать до заката, то я буду икать вечно?
О нет, солнце уже садится. Да, тебе так повезло, Скотт. Как же это весело икать всегда. Правда, Скотт? Скотт, скажи, как мне тоже начать икать. Скажи, пожалуйста. Нужно перестать икать прямо сейчас. Скотт, лизни палец и дотронься до носа 5 раз, пока задерживаешь дыхание. Правда? Ого! Так вот, что нужно сделать, чтобы начать икать. Скотт, попробуй высунуть язык, перевернувшись вверх ногами. Правда? Эх, ничего не вышло. А что ты делаешь? Получилось! Нужно тоже попробовать. Почему икота не проходит? Где мой останавливающий шлем? Мой останавливающий шлем тоже не работает. Если я не перестану икать, тогда я не смогу есть или спать, или изобретать, или ездить на пингаре. Скотт, пойдем со мной. Забудь! Скотт идет со мной! Он в жизни не сделал ничего хорошего! Ну уж нет, я не хочу! Почему я не мог быть добрее? Почему? Ой, Скотт, прости меня. Ничего, Дуда. А, ничего, правда? Это мое! Это просто сосиски. Забирайте их все. Что случилось со Скоттом? С тех пор, как у него икота, он ведет себя так странно. Скотт! Можно мне прокатиться? Ну уж нет. Ой, какая разница? Я все равно на нем ездить не смогу. Дуда, можешь забрать его себе. Мне он больше ни к чему. Правда, правда. Ого! Хотел бы я, чтобы у тебя каждый день была икота, Скотт. Приятель Скотти, трансформируйся! Йо-ху! Прощай, мой друг. Дуда, ты же будешь осторожен с приятелем Скотти? Зачем? Он же теперь приятель Дуды номер 2. Номер 2? Ладно, делай, что хочешь. Спасибо, Скотт! Увидимся завтра! Дуда, было приятно с тобой дружить. Береги себя! Пока, приятель Скотти! Ю-ху! Это опасный склон, Дуда! Дуда, подожди! Куда же делся Дуда? Думаю, он испугался того, что Бабл сказала об икоте. Я? А что я сказала? Там Скотт. Это не Скотт, это Дуда. Почему Дуда едет на приятеле Скотти? Что случилось? Все знают, что приятель Скотти — любимое изобретение Скотта. А вон там не Скотт едет за Дудой? О, нет! Скотт и Дуда сейчас упадут в озеро! Ты сломаешь приятеля Скотти. Дуда, погоди. Дуда. Да-да, Скотт и Дуда целы. Не стоит волноваться. Было весело. Дуда, ты водить умеешь? Ты же нас мог утопить. Тебе нельзя садиться за руль, ты это знаешь? Скотт, какой ужас, ты больше не икаешь. Ты прав, то
точно! Икота прошла! Больше ее нет! Наконец-то! Икота прошла до захода солнца! Ура! Дуда, я забираю приятеля Скотти обратно. Уж нет! Ты мне его подарил! Да! Я наконец-то начал икать! Я перестал икать! Причины разные, но икота очень повеселила как Дуду, так и Скотта. Сегодня был замечательный день. Хочу стать моделью. Кажется, Дада повесила афишу на пинкар. Давайте посмотрим. Ого! Вот это да! Дада, когда сделали эту фотографию? О, меня сфотографировали, когда я победила в конкурсе моделей автофургонов. Ого! Выглядишь здорово! Спасибо, Дуда. А, кстати, совсем скоро снова будет этот конкурс. Так, кто хочет побыть моделью пинкара на этот раз? А? Я! Нет, я! Вот как нужно выглядеть, если хочешь быть моделью. Эй, ну отдай! Скотт, чтобы стать моделью автофургона, недостаточно быть симпатичным. Правда? Нужно быть энергичным, ярким и здоровым, чтобы получить это звание. Что тут веселого? Скукотища! А за первое место дают какой-нибудь приз? Конечно, дают! В этом году призом будет, ого, автофургон! Автофургон? Я! Я хочу автофургон, я буду моделью пинкара! Не глупи, я был рожден моделью, я яркий, энергичный и здоровый! Скот! Не-а, это я здоровый и энергичный Дуда! Ну уж нет, я лучшая модель из всех! Как неловко! У пинкара может быть только одна модель! И эта модель я! Ладно, тогда давай узнаем, кто из нас более энергичный. Кто более энергичный? И победитель станет моделью автофургона. Хорошо! Да-да, ты будешь судьей. Решишь, кто из нас лучше? Да, ладно, Скотт. Тогда давай встретимся завтра после пинкара. Пока, у меня много дел. Это будет весело. Давай поможем, Скотт. Ага. Скотт, мы поможем подготовиться. Что надо делать, чтобы стать здоровым и энергичным? Ты должен правильно питаться и регулярно делать упражнения. А? Нужно еще хорошо спать! Звучит очень просто. Ладно, начнем сначала. Мое тело в идеальном состоянии. Да. Кажется, тебе нужны очки, Скотт. А так? Не пойдет. А так? Нет. А если вот так? Мои глаза. Что же мне сделать, чтобы стать энергичной и здоровой моделью? Тебе нужно упражняться. Точно, физкультура, Скотт. Нужно упражняться, чтобы стать здоровым и сильным. Правда? Ладно, давайте. Я буду тренироваться, как в последний раз. Кейбер! Привет, Скотт! А где Дуда? Он спит! Дуда спит? Уже пора его будить. Давай скорее пойдем к нему! Пока, Скотт! Увидимся! Привет, Дуде! Дуда спит, да? Ой, какой лежебока! Ты должен упражняться, как я! Упражняться! Наша цель — превратить тебя в модель! И мы справимся! Ладно, давайте приступим! С чего же начнем? Та-да! Вот наш план тренировок! Почему он такой длинный? Бег, скакалка, прыжки в длину, бег в гору? Дуда, проснись! Зачем? Я сплю ради здоровья. Но нельзя все время спать, Дуда. Ты должен рано ложиться и рано просыпаться. И надо упражняться регулярно. Ладно, теперь время сбалансированного завтрака. Да, пить
печенье! Дуда, нельзя есть только печенье. Тебе нужны фрукты и овощи. Ладно. Ох, как вкусно! Дуда, следует есть медленно и жевать аккуратно. Давай, Скотт, вперед! А теперь обруч! Быстрее! Еще быстрее! Давай, давай! А теперь скакалка! Быстрее! Я устал, не могу дышать. Эй, ребята, мне нужен перерыв. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь попроще. Правда? Быстрее! Раз, два! Раз, два! Скотт, ну же, вставай! Ты хочешь стать моделью? Ты дашь Дуде выиграть автофургон? Ни за что! Этот фургон мой! Я стану моделью! Теперь, когда ты отдохнул и поел, пришло время заниматься. А, какие веселые и простые упражнения помогут нашему Дуде! Поиграем! Так, лови! Играть в мяч так весело! Кемер, лови! Не сдавайся! Делай правильно! Я больше не могу, не могу. Это потому, что мы съели столько яблок. Кажется, мы съели целое дерево. Ребята, вот посмотрите, я стану моделью. Вы никогда не будете кататься в моем фургоне. Наконец-то пришло время самого энергичного конкурса. Давайте же узнаем, кто в неизведанном лесу самый здоровый и энергичный. Участник номер один – Дуда! Ура! Ого! Дуда – самый сильный и энергичный в нашем неизведанном лесу! Представляю противника Дуды! Участник номер два – Скотт! Скотт! Что там случилось? Где Скотт? Скотт так много тренировался, может быть, он... Скотт, вставай! Скотт, ты не пойдешь на сцену? Надо же! Кажется, Скотт уснул, судя по всему! Мой фургон, не уходи! Моя бедная спина! Никаких упражнений! Ничего себе! Слишком много упражнений тоже плохо! Все должно быть в меру! Это значит, что теперь Дуда станет моделью? А? Нет, я сначала должен победить Скотта! Давай, Скотт, просыпайся! Проснись! Никаких больше конкурсов моделей! Скотт, вставай! Как вы думаете, кто в итоге стал моделью? Правильное питание, хороший сон и веселые упражнения помогли Дуде выиграть замечательный игрушечный фургон. Герой неизведанного леса. В неизведанном лесу кто-то зовет на помощь. Ничего себе, надо быть аккуратнее. Ура! Трито, ты главный герой неизведанного леса.
поспеши! Если попал в беду, можешь звать меня на помощь в любое время. Ведь я супер Тритон. Ура! Тритон! А? Дуда? Тебе нужен герой? А? О чем ты? А? Это был сон. Сон? О чем он был? Расскажи, расскажи. Да ни о чем. А ну давай, скажи. Ого, супер Трито. Ты был героем Трито? Ого! Но мне им никогда не стать. Почему? Потому что я очень медленный. И очень застенчивый. Тем более я постоянно сплю. Дада всегда говорит, что каждый может стать героем. Боюсь, только не я. Пока, Дуда. Спокойной ночи. Я буду и дальше видеть сны о героях. О, герой. Я хочу помочь Трито стать настоящим героем. Наверняка я могу что-то сделать. Готово. О нет, какой кошмар! Что мне делать? Если бы кто-то смог достать моего змея, помогите, пожалуйста! Дуда, что случилось? Супер Трито! Мой змей застрял на дереве, мне его не достать! Я легко его сниму. Трито, прошу, будь осторожнее, давай лучше я сниму! Держи, Дуда, твой змей! Да, спасибо. Все должно было быть не так. Пинкарь невероятен! Он легко достанет змея откуда угодно! Он настоящий герой неизведанного леса. Но я хотел, чтобы Трито стал героем неизведанного леса. Скот! Скот! Что? Герой? Это нелепо! Герой неизведанного леса никто иной, как я! Великолепный Скот! Громче, громче! Отлично! Оставайтесь здесь и ждите маму, я скоро вернусь! Трито! Трито! А? Кое-что случилось! Что? Утята потерялись! Они плачут! Ты можешь помочь им, Трито? Могу, но я не уверен, что я им понравлюсь. Не знаю, смогу ли я помочь. Что за ерунда? Уверен, ты справишься, Трито! Пойдем. Так, они здесь, Трито! Эй, Дуда! Скот! Что ты здесь делаешь? Сам как думаешь? Я присматриваю за потерявшимися утятами. Разве не это должен сделать настоящий герой? Отлично. Тогда я могу идти. Трито! Скот! А? Что такое? Зачем ты это сделал? Трито собирался их спасти. Он должен стать героем. Что? Здесь только один герой, и это я! Конфета! Дай! Дай! А? Что? Дай! Хотите еще? Хватит! Дай! Ну перестаньте! Тише! Тише! Прекратите! Позову Пигги и Пагги! Эй, ребята, давайте вместе подождем вашу маму. Меня зовут Трито, а вас? Как же мне сделать Трито героем? Трито, конечно, много спит, но зато он сильный. Точно, я использую силу Трито! Быстрее! Пигги, Пагги, куда летите? О, Трито, хочешь с нами? Скот хочет показать свою силу. Он передвинет бревно. Ага. Отлично. А-а-а.
Откуда здесь это бревно? Дорога перекрыта! Было бы здорово, если бы Трито был здесь. Он легко бы убрал это бревно. Я уберу его с помощью пинкара. Погоди! Я Скотт, герой неизведанного леса, сам уберу это бревно. Оно выглядит тяжелым. Ерунда, предоставьте это мне. А где же Трито? Скотт, но почему Трито так долго нет? А если Скотт действительно его поднимет? Теперь мы точно знаем, кто настоящий герой неизведанного леса. Вообще-то героем быть совсем непросто. Сила, отвага и внешний вид. Все это обязательно. Смотри, Дуда. Герой, это я. Я прекрасен. Бревно движется. Я же говорил, грейтесь в лучах славы. Ого, поверить не могу, что ты сдвинул это бревно. Скотт, наверное. Погодите, бревно же катится само по себе. Если внизу кто-то есть, то он в опасности. Кто там может быть? Нет, там приятель Скотти. Мой драгоценный приятель Скотти внизу. Какой кошмар, запрыгивайте. Кто-нибудь есть? Кто-нибудь помогите! Пожалуйста! Прошу! Что же нам делать? Бревно катится слишком быстро! Видел? Видел! Скотт! Скотт! Да-да! Скотт, посмотри туда! С тобой все хорошо, приятель Скотти! Приятель Скотти! Как странно, куда же делось бревно? Приятель Скотти цел, но где же бревно? Ты прав, куда оно делось? Словно магия! Кто-то поймал бревно, это был герой? Герой? Мы видели его своими глазами! Герой, спасший приятеля Скотти, это... Настоящий герой, это... Да-д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 а! Супер Трито! Супер Трито! Что это с вами, ребята? Держи, Трито! Ты нашел маму потерявшихся утёс! Ты спас приятеля Скотти! Так что настоящий герой неизведанного леса... Трито! Да! Я нарекаю Трито героем неизведанного леса! Супер Трито! Ура! Ура! Спасибо, Супер Трито! А, да это ерунда! Моя мечта стать героем сбылась! Осмотритесь вокруг, ребята! Рядом с вами наверняка тоже есть застенчивые герои! Фея уборки! Что там мастерит Скотт этим замечательным утром? Мое новое изобретение! Это щетка! Самая обычная щетка! Щетка? Это щетка! Точнее, фея уборки! Фея уборки? Да, фея уборки! Смотрите внимательно! Здорово, да? Невероятно! Пока фея уборки работает, вы можете сделать так! Так, фея уборки, вперед! Фея уборки! Что такое? Ты куда? Фея уборки улетела! Она действительно улетела! Видели? Нет! Вернись! Фея уборки! Вернись сейчас же! Мыть пинкар очень сложно. Ого, пинкар просто сверкает. Нет, ты же можешь его испачкать. Ладно, да. Так, Кейбер, присмотри пока за пинкаром. Олени слышат очень хорошо, поэтому ехать к ним на машине нет смысла. Я уверена, что вернусь с замечательными фотографиями. Да, не волнуйся, я позабочусь о нем. У меня есть книга о том, как присматривать за автофургонами. Спасибо, Кейбер. Пока, пинкар. Пока.
Дуда, Дуда, что ты делаешь? Привет, Хейбер. А? Дуда, тогда кто это здесь? А? Что мой хвостик там делает? Твой хвостик? Та-дам! Ты напугал меня. А это тогда что? О, это? Это мяч, Хейбер. Давай поиграем в мячик. Ладно. Но я обещал присмотреть за Пинкаром. Дуда, сюда, сюда. Ладно. Кидай, кидай мне. Сейчас поймаю. Сейчас поймаю. Дуда, сюда. Дуда, лови. Дело плохо. Это ужасно. Дада так разозлится, очень разозлится. Она мне даже трогать его не разрешит. Хейбер, не переживай, все в порядке. Есть какие-нибудь идеи, Дуда? Нужно просто его помыть, помыть? Но, Дуда, а тебе не кажется... Веник! Вот что нам нужно. Дуда, кажется, это щетка, а не веник. Щетка? Так, Кейбер, давай все приберем, пока Дада не вернулась. Ладно. О, что это за кнопка? Посмотрим. Кто сделал это с чудесным бинкаром? Кто же его так испачкал? Мой драгоценный пинкар! Это невероятно! Она убирается сама по себе. Это был ты, Дуда? Ты испачкал пинкар! Скотт! Посмотри, Скотт! Мы с Кейбером нашли волшебную щетку! Да, смотри! Волшебную щетку? Да! Волшебная щетка сама намылилась и начала мыть пинкар! Это не просто волшебная щетка, Дуда! Это мое изобретение! Фея уборки! Ого! Просто сверкает! А? Нужно ее остановить! Если мы ее не остановим... Если мы ее не остановим... Тогда вот что случится! Ой! Наконец-то я увижу оленя! Ого! Пушистая пена! Пузырики! Эту щетку, то есть фею уборки, надо остановить! Ладно, я ее поймаю! Надо быстрее ее поймать! А ну стой! Поймал! Нужно смыть мыльную пену водой! Озеро! Мы можем искупать пинкар в озере! Поймал! Ты поймал волшебную щетку? Она называется фея уборки! Я ее привязал. Теперь никуда не денется. О, наконец-то. Скотт, со щеткой что-то не так. Дуда, она называется фея уборки. Так что там случилось? Пинкар, я иду. Ого, волшебная щетка такая сильная. Нет, пинкар улетает. Нельзя просто так стоять! Нужно спасать пинкар! Подождите меня! Теперь я наконец-то смогу сфотографировать оленей! Ой, не убегай! Наконец-то я нашла оленя, и он сразу убежал. Что это такое было? Пинкар! Пинкар, я иду! Это плохо, очень плохо. Почему? Потому что у феи уборки скоро сядет батарейка. А если она перестанет взбивать пену, тогда пинкар... упадет на землю. Что сделает пинкар? Дада! Дада, ты
ты должна спасти Пинкар. Спасти Пинкар? Может быть, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? О, это ужасно! Ты и уборки! У нее села батарейка! Он падает, падает, падает! Включайся, проверь! Пинкар снова чистый. Ого! А теперь медленно опускайся, Пинкар. Дуда, ты молодец! Пинкар тоже молодец. Дуда, а теперь расскажи, что случилось? Мы просто играли в мячик, и эта грязь... Грязь летела прямо на Пинкар, а потом фея уборки. Фея уборки? Играли в мяч? Это все из-за непослушной феи уборки. Ах ты! Ай, больно! Перестань! Ого! Пинкар теперь такой чистый! Дуда! Прости, я больше никогда не испачкаю его. Теперь мы всегда будем убираться. Дада, хочешь поиграть в мяч? Поверить не могу. Ладно, только осторожно. Да. Хорошо, будем. Лови. Ничего страшного, если вы что-то испачкали, пока играли. Только не забудьте потом все почистить. Друзья, они живут. Туда-да, знаешь, как их зовут. Туда-да, много приключений разных. Вместе они найдут. Да! Ждать чудеса. Туда-да, скоро увидишь сам. Туда-да, прыгай в наш фургон волшебный. Мчимся к облакам. Вот над землей летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он? Много еще открытий ждет впереди. Новых мы друзей сумеем найти. Пускай иногда не везет, мы продолжим свой полет. Нас не пугают неприятности эти. Мы не отступаем, мы идем вперед. Идем вперед! Вот над землей летит волшебный фургон.